еще один неизведанных районов Осло. Это вот такой вот райончик. Почти центр, но недалеко от центра. Пусть 10-15 минут ходьбы. И Осло совершенно с другой стороны открывается, где высокие дома, такие крутые подъемы, лужайки. И много народу, как мы видим. Граффити. Да, граффити распространено. Люди ездят на велосипедах. И тоже машина спокойная. Уживается вместе. Автобусы, как мы знаем, лучше, если надолго в Норвегии вы живете, то лучше, конечно, покупать проездной. Обычная заправка. Цена, мы видим, 95-го бензина 21.39, дизельная 21.16.